Привет, привет, ребята, смотрите, какой трафик, пипец просто. У друга надо закрыть спойлер, открытый спойлер. О! Это среду вечером послали в Северную Ирландию забрать кока-колу. Я поехал, встал очередь. Батарея у телефона садится, зарядку дома забыл. Ну давай референс дай, чтобы коллекшн сделать, чтобы забрать груз. После меня приехали еще три водилы старых, которые работали здесь уже давно. Старые передилы на мерсах, один на Volvo. Они забрали трейлера, прицепы и уехали в Дублин. Мне прислали наконец-то номер загрузки. Заехал, приезжаю, сбросил прицеп. Приезжаю забрать свой прицеп, смотрю, тент открыт, пустой. Пошел, спросил у мужика, когда будешь грузить. Да ты иди машину, я тебя позову. Сижу пару часиков, никто не зовет. Звонит с офиса, менеджер самый главный. Короче, лялякает. Говорит, ты сегодня должен остаться в фуре спать. Говорит, да ты шутишь. Нет, говорит, ты не успеешь вернуться в Дублин. Говорю, как остаться, куда? А там на Волюке большой холодильник был на кровати, в втором этаже два мешка с мусором. Говорю, ты что шутишь, куда я лягу? Там мусор, говорю, там холодильник. Я сидеть всю ночь спать на сиденье не буду, говорю. Говорю, хорошо, за это будешь платить? Говорит, нет. Так ты, говорю, вообще охуел тогда. А как ты вернешься, говорит, у тебя же время кончится. А я говорю, без карточки поеду. Да ну нахер, если такая хуйня уже получается, говорю, я без карточки поеду. Нелегальность будем ехать. 2,5 часа ехали нелегально до Дублина. И, короче, написал он потом мне месседж. Ночью уже. Типа, после 9 часов паузы перейди на работу. Я тебе дам маршрут, куда ехать. Я посмотрел. Мультидроп, короче, после такой ночи. А нахуй, я пошел спать. Выспался, без 20:10 проснулся, пошел в душ. Слышу, телефон звонит. Так и думал, что с офиса. Я помылся, пришел вниз, сделал кофе, звоню. Ну, это Томаш, что случилось, что надо? Говорит, тебе надо какую-то работу дать. Говорю, ничего мне не надо, я не буду с вами больше работать. Как это так? Говорит, что случилось? Говорит, я ничего не знаю, я вчера 3 часа закончил работу. Я ему все объяснил, что за хуйня случилась. Говорю, я так не договаривался, контракт у меня другой подписан. От 6 утра до 6 вечера, говорю, и всегда днем работает. А что он делает? На ночь кинул. Еще говорит, спи в машине, ни еды нет у меня, ни подушки, ничем закрыться. Говорю, что за хуйня? Потом другому меня перекинули поговорить. Говорю, я же с тобой вчера все обговорил, говорю. Я же сказал, что не буду работать с вами. Ну, хорошо, так приезжаю в офис. Я не буду никуда ехать. Что вы мне нового скажете? Говорю, контракт подписан, а вы его не держите. Говорю, да идите вы в жопу тогда. Я не буду работать. Прошла 2 часа, звонит этот менеджер, который говорил, что я должен в фуре спать. Нагло еще так. Извинялся много, сказал, что посмотрел контракт, и теперь буду работать от 6 утра до 6 вечера всегда, типа, посмотрим. Я ему сказал, до первого раза, если еще раз такой выкинешь, говорю, даже не звони, не говори сори, ничего, говорю, не говори. Ты уже будешь знать, что я тебе fuck you сказал и ушел на другую работу. Вот такие вот дела, ребята. Никак не может попасть на рампу. Человек рулит. Уже 5-й раз не попадает. О, опять колеса застряли. Давай, ломай свою резину, ломай. О, меня начали грузить. Шатай, Миколай. Вот пришел человек, взял ключи у этого парня. А у меня никто не спрашивал, мои ключи вот здесь.
И все, сбросили. Короче, я уже трейлера поменял, поставил на паузу. Звонит с офиса, говорит, надо свой пустой там на рампу поставить. Думаю, что я дурак, блямо. Паузу свою выщерпывает. Вот взял этот DAF маленький. Смотрю, ключи там есть. Хуяк, зацепил, поехал, поставил. Надеюсь, проблем не будет. Не моя машина, не знаю кого. А что делать? Пауза уже все. 2 минуты и пауза полная будет. О, трафик, трафик, матрик. Скучно. Надо что-то поделать. Яблони покушать тоже. Как грузит, я. Хорошо, вперед успел поехать, забрать это мясо. Фу. Там вообще трафик. Ребята, вот звонили. Красный. Блядь, руки дрожат. Звонили, я сам теперь позвоню. Уже планирует работу мне, говорю, ты мне ничего не планируй. Я уже финиту с вами. С такими работами я точно в тюрьму покажу. Без карточки рулить у нас нельзя, у нас штрафы охуенные. Если что, аварию сделаешь, убьешь кого-нибудь, вообще жопа. Больше так не повторится. Откуда он знает, что он за этого придурка прягивается? Типа он лямба хорошо делает работу. What story? You don't plan for me nothing because you never see me anymore in this company from yesterday. Yesterday you have to drive 2.5 hours illegal without card. Very good planner. I don't know. Can it do for me this stuff? So he sent me message, you come back after 9 hours. Break. I never come back anymore. You're not coming back? No, no chance. Very good plan, Kenneth. I don't want to come in because I drive yesterday 2.5 hours illegal. Yes. If I come in. It wasn't something we were denying. We called a wank last night and all of that. I don't want to go to jail. I don't know why he do like this, because he maybe he angry on me. Kenneth didn't know, sending you down there, he didn't know that the plan was broke down. Kenneth may be angry on me, but I know work Saturdays, but when I come to the no, first... No, Kenneth's not angry with you, it's nothing to do with not working. First interview, we make deal, daytime, Monday to Friday. Yeah, but after me coming 3 drivers, older drivers, who's working maybe 2 or 3 years, I don't know. They take full loads and go back. And I have to sleep in truck. What's the story? Look, we're going to talk to me and hold on. We'll plan it that it doesn't happen again or whatever. No. I don't want to come in and don't want to plan anymore anything. Anyway, I try 1 month for me enough. It's very long hours and small money. For this money, I can find 48-hour work easily. I don't know what to say to you, Thomas. Maybe come in and just talk face to face or whatever, and try and plan you with less hours or whatever. Give you less hours. Sorry about that, but you never see me anymore. That's it. I'm done. Sorry about that, but you never see me anymore. I'm done. Thank you. Bye. Вот так вот надо с ними говорить, блядь. Чё они нахуй, охуели вообще, блядь? Говорю, я, короче, начал себя чувствовать в этой работе как раб ваш.
Говорю, как так, 17 с половиной часов отработал. Говорю, это не шутки же, нелегально это, что за хуйня, что вы творите? Теперь уже смешно, вчера прямо злой был, пиздец. Hello, boys and girls. Привет, ребята, девчонки. Today driving Mercedes. I hate Mercedes. Я ненавижу Mercedes и сегодня рулю Mercedes. Пришел с утра на работу, дали Мерседес, пришел Мерседес, а там накурено просто, еще дым стоит. Говорю, я не курю, я с этим не поеду. Так дали другой Мерседес, а Мерседесах я ненавижу, но обзорчик для вас делаю. Короче, на улице не буду говорить, только поснимаю, как он выглядит уродно. У нас сегодня шторм, ветер сверху 100 километров. Very windy, I don't speak outside, guys and girls. Обзорчик вот такой вот. Вот такой значочек. Руль неудобный. Стоит как у МАЗа какого-то. Панелька такая контрольная. Имя, фамилия, кто рулит. Музыка хуёво играет, некрасиво. Компьютер тот же самый установленный. Рация. Два кроватия. Ну, как говорится, five steps to heaven, five steps to hell. Пять ступеней, пол ровный, да, у него внутри. Я хожу здесь стоя, еще руками можно так поднять чуть-чуть, чтобы потолок, чтобы потрогать. Ненавижу Мерседесы, даже противно говорить о них. Весь день буду вот так вот сегодня, такой грустный, рулить такой, блядь, ненавижу Мерседесы. Неудобняк, спина ломит, короче. Пока выяснил, где кнопки, где воздух сдувать. Ай, как руль поставить, пока выяснил. Потом никак не мог прицепа забрать, потому что не знал, как поднимается жопа у него. Так все у роллера сделано, там кнопки на кнопки, ничего не работает, короче. Обзорчик короткий на мерз. Дороги, кабина высокая. Ой, ненавижу Мерседес. Я всегда как ищу работу, смотрю, чтобы не было фирмы Мерседесов. Тогда как приехал посмотреть, не было ни одного Мерседеса в этой фирме, только Volvo и Scania. Думаю, о, как хорошо. А потом начал работать, вечером приезжаю, стоит 4 Мерседеса, ах ты, ё-моё, и плямба, вот на западло. Через месяц дали покататься на Мерседесе. Не знаю, меня слышно, не слышно, ветер дует, пипец. Хочу включить магнитолу, чтобы послушать музыку. О! Не включается, включается. Потому что камеру включил. Потому и включилась музыка, а как без камеры никак не мог включить. Не знаю. Боятся камеры тоже. Обмерси такая фура для стариков, для старых пердил. Коробка передач хрен знает как переключается, ждет чего-то там, не знаю. Газа нажимаешь, теперь ветер сдует вот впереди, нажимаешь, она нихуя не едет, нихуя. Как это так? Чё за мерз, чё за хуйня? Ненавижу. На кресло как села, она не каталась, не шаталась. Потом здесь везде смотрю, как у всех фур, здесь же кнопки, ничего нет.
блямба, у Мерса спереди две кнопки. Шатай, Макалай, теперь уже шатается. Потом нашел, блямба, здесь под чеклом кнопки, где спину сдувает. Прикиньте, неудобняк. Вообще, как, не знаю, с топором все делано. Проблема, ребята, никто не знает, где эта компания, Intergreen. Все только знают Flowers. Уже в втором здании был, где это цветы, а где эта компания, хер знает. Теперь третий уже человек посылает меня ехать уже обратно туда, до самой конца, до дороги, типа должно там тоже быть Flowers. Посмотрим. Ну, Мерс, езжай. Ручник отпускаем, ворота открывает. Вот так вот и катаемся. Зеркало как холодильник. Обратно по ним ехать хреновато. Ну, газу даешь, пока надумает, пока поедет. Надо было быстро тормозить, чтобы остановиться, потому что подрезали. Она ни хрена не тормозит. Ни хрена не едет и ни хрена не тормозит, когда уже разгон. Ну, давай едем, посмотрим, там найдем что-нибудь, не найдем. Знак зажигается снаружи. Твои друзья. Уга-га-га-га-бу-бу-бу. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько лестница какая. Не привыкшим можно и упасть, ребята. 450 лошадей. Но нихуя не едет. 18.45, Актрос. Вот так он выглядит. Мне это не нравится. Колокольчики, хуйки, диски. Этот встал, ветер так сдул и закрылся, короче, от ветра. Что там? Это для кондишки. Ничего блатного. Только вот мочевину как сделали, приварили бак. Ну да, нормально это сделано.
14 года он. Тоже аккумуляторы уже сзади поставили. Ну и ничего здесь такого. Эти дуги у него хорошие. Гудят хорошо, ребята. О, точно горит. Смотрите, горит знак Мерс. Я говорю, я на Мерсах не катался, так я не знаю, какая кнопка за чего отвечает. Надо было прицепить прицеп. Нажимаю, это так и так поднимается. Никак, кнопки все. Пока выяснил. 10 минут прошло. Теперь вот светлее эту можно. Это громкость. Это контроль панель там. И здесь контроль панель, когда радио зажигается. Печка. Это выставляет, куда дуть, вверх, вниз, куда хочешь. Это температуру ставит. Ночной гитинг, отопление. Air condition есть, короче. Если очень скользишь, не любишь скользить так. Если любишь не скользить, тогда нажимаешь это, и тогда ты можешь скользить сколько хочешь. Эта кнопка тоже нажимал, там загорается, не могу прицепа взять. Да хоть ты что сделай. Это не знаю, как холодный бывает, зажигает дым, типа, чтоб не уходил, но там лямба с мочевиной и так не уходит дым. Холодильника нету или есть. Бокс какой-то. Сейчас посмотрим. О, есть холодильник. Холодный. Лед вот стоит. На 4 поставили. Молоко во льде. Не, нормальная температура. Наверное, раньше. Вот. Air condition control. Короче, а кнопка поставлена, что есть люк. Как его открыть, если здесь стоит кондишка? Хорошо, что они работают. Мерзкий мерз. А что это? Там кондишка? И это кондишка, что ли? Что, сидеть, типа, когда жарко летом, нажимаешь, и тебе холодильник здесь делается внутри. Вот, ребята, сижу, играю. Надо посмотреть, сколько паузы прошло. 48 минут поставил на другую работу. И так вверх, глаза только вверх посмотрел. Смотрите, Мерседес и Вольво. Что? Что? Как это так? Мерседес и Вольво стоит. Чё это за хуйня? Я говорю, Мерседес это полный фарш говно. Слышно, лошадки прыгают. Нарциссы уже начинают цвести. Нарциссы пидорасты. Новые дороги, новые экситы будут. Заезды, выезды. А то здесь вот постоянно трафики бывают. Тяжелые очень до другой М9 магистрали. Три полоса будет, но... Это не спасет их. Они все равно сумеют сделать трафики. Вот здесь вот рандебаунд новый будет.
Дождичка сейчас закончится, приближается ураган. Видите, как там черно? Солнышко здесь, а там ураган. Дождик будет. Ё-моё, опять дождик. Помнил, rainbow по-русски, это же радуга. Не знаю, видно на камеру. И трафик джам, пятницкий джам. Там дождь идет, а здесь не идет. Я говорю, у Мерседеса гирбокс, переключение, такое хуйня. Как по-русски это гирбокс? Ай, не помню, ребята. Дальше, смотрите, вот, поставил на пятую. Даешь газу, и начинает она вибрировать, потому что чересчур большая передача. Понимаю, когда без прицепа пустой, на пятый нормально начинается, теперь груженный еще. Нет, придурочная коробка передач, придурочная. Вот рукой я теперь бросаю вниз. Ну, третий груженный такой нормальный. Не шатает, не макалает. Ребята, заедем в туннель, сделаем прикол. Кто-нибудь ответит или нет? Иногда отвечает. Но чуть-чуть прокрыть. Хороший звук. Никто не отвечает. Мало фур. Лайн порт. Солнышко светит в порту. Пятница сегодня, развратница. Спасибо, что смотрели. See you next time, guys and girls.